Всем привет! Взяли отбойный молоток Пит. Давайте сейчас матку покажу. Вот. GSH-25C. Пишет, что 1,5 кВт двигатель и сила удара 20 джоулей. Но я очень сомневаюсь. Короче, Bosch, блин, 21-й, там 18 джоулей пишут, и это 20. Короче, это, наверное, обман. Сейчас будем пробовать. Стоит недорого, за 10-200 я его взял. Легенький, написано в характеристиках, что он 9 кг весит. Я думал, ну вот как раз так, блин, Bosch будет мощный. По факту, ну, по ощущениям, ну, 5-6 кг, не больше. Ну и двигатель, мне кажется, ну, 300 кг это максимум. Ну так или иначе, давайте будем пробовать, что он там выдаст, какая будет сила удара. Сейчас все на практике посмотрим. В интернете искал, нигде ничего нету. Цена привлекательная, мне кажется, многим интересно. Засовывается только с сниманием патрона, то есть на опускание. Вот. Долбить будем в квартире. Бетон, он, ну, самый мощный, то есть прямо тяжелый. Сейчас посмотрим, под водичку поддолбим, под канализацию. Ну и стяжки немного долбанем и проверим, на что он способен. Гарантию год дают. В принципе, неплохо. Если он год за свои деньги отслужит, уже ничего такого. Если два отслужит, то он себя полностью откупит. Так, ну что, давайте со стяжки, наверное, начнем. Так, регулировки наоборотов нету, да? Давайте со стяжки начнем. Стяжка идет вообще на ура. Давайте бетон под водичку. Где-то заглубление 20,5 где-то сантиметра. Хочу сказать, ну, про отбеленную штрабу, ну, под водичку, да, 2,5-3 сантиметра, ну, как видите, проходит очень хорошо, мне пока прям нравится. То есть, ну, может быть, там до 15 джоулей, может быть, и есть удар, и скорость удара очень высокая. То есть, ну, пока мне нравится. Давайте посмотрим сейчас поглубже, как пойдет. Thank you.
Ну, поглубже уже потяжелее. Но если сказать, что его масса, то есть он очень легкий, а скорость удара высокая, блин, стоит своих денег однозначно. Это 100%. Дофига бетона не надолбишь, то есть это никакой не бетонолом, но стенки сламывать не стоит. А вот, допустим, штробы для сантехников, ну, бомбовская вообще, очень классно. Уставать так сильно не будешь, продавливать хорошо. Ну, если пропиливать до конца, то вообще брать будет вообще четко. Вот такой обзор. Мне понравился. Идут две пики. Ну, конечно, свежей пикой пилил, то есть она остренькая. Идут две пики, то есть одна как зубила идет, да? Одна острая, одна плоская. Вот. Блин, ну мне понравился он. Классная штучка. Стоит брать. Не стоит рассчитывать, что, конечно, в нем там 20 джоулей. Но для таких вот работ штробительных вообще отлично. Все, всем большое спасибо. Всем до свидания. А, что я еще хотел сказать, это бетон, это самый мощный бетон. То есть это не какой-то там, где в частных домах, там, где там долбите, там, он слабый, и вот этот отбойник в частных домах бетон будет брать вообще четко. Здесь просто марка бетона прям серьезная. Ну, в квартирах я по опыту знаю, что он там самый мощный. Диском вообще пропилить не могли, то есть чуть-чуть пропиливаешь, и диск горит. Вот, отбойник его берет. Так что, ну, вот как-то так, ребят. Смотрите, думайте, я советую брать, если вам надо, недорогой. Насчет надежности не знаю, будем пользоваться, отзывы отпишусь потом. Комментарий потом сделаю, там, через полгода, как, или как начнутся там первые какие-то глюки, я сразу отпишусь. А пока, ну, просто кайф.